А, блин, правильно. Есть могут водить, а есть ходят. Вот, это барыги, покупают. Блядь. Раз не можете водить, покупайте, платите деньги. Хозяин отошел. Ну вон такие, они не поделились, без станка. Чуть-чуть. Какой цена? Разная цена. 500. Есть больше, есть меньше. В среднем 500 рублей. По 500 рублей. А вы их гоняете вообще? Нет. Я только продаю. Три года, что был напряг такой с этим урожаем. А что за порода голубей? В основном бакинская. Так называют. И в какой цене они? По 250 рублей. А я не могу пройти мимо. Какой цена? 500 рублей. Вот это. Еще кому-то показывают. Хорошо, хорошо. В какую цену? Красная трешка пара. А эти как называются? Вот. Белоголовые, черные. Левушовские. Какая цена им? Да-да. Да, я чего-то старую пружину. Да. Все нормально. Ну, не так. Вот 5 штук. Все заберете. Сейчас они могут по-всякому вот оренбургские приезжают сюда. Сколько вы сказали за 5 штук? 80. За 5 голубей 80 тысяч. Узбекские. Двухчубы. Да. А такие почем? Здесь 2 продано, один этот крайний остался. 10. 10 тысяч голова. Что ты говоришь, что какие там у тебя? Ну хочем, а ну, вот тут две. Ладно, я сюда, я с этой сниму. Где? Тут. Желтая, блядь. Ну вот. Желтый наоборот. Давайте, мальчики. А где тут вода? Андрей Иванович. Красная какую цену? Я тебе дам. По 500. Красный почем, спрашивает человек. Ну, смотря какие. Тут греки есть. А так, ну, в общем, скажи цену 500, по 500. Да. Как мне тяжело вас видать, мальчик. Привет! Здорово, здорово! Господи какие! Давай, приезжай! Не найду твой телефон! Я бы взял! Давай! Голова!
Вот снимите хороший. Знает один стойку поднял и все подняли. И гонять. Вот эти знают, пьешься на домой. Почем? А? Почем? По 500 рублей. Это Ставрополь. Это у Петровича. Это Ставрополь. Нас... Ой-ой-ой-ой. А то хотел... Почем такие белые? Рубль. У вас они... А это наши. Сейчас тебя зарегистрирую. Почем черная статная? 2 рубля голова. Федик, привет тебе. Еще раз, кому привет? Женя, друг. Женя, привет. От кого? Ну, видите. Я просто не хочу, чтобы другие там... Раскрываться не хочет. На какую? Красавица, молодец. А такие почем? Ленточные почем? Желтые. 3000 за пару. А эти 5. Есть разница? Россия. Проще. Если ты дома посмотришь, то... 5000 за пару. Ну давай еще пруд. Я есть, у меня есть где-то смотреть. Такие 1000 рублей за пару. Ну он там как загнул, я говорю, нет, туда надо. Вернись. Так, ладно, пойду сейчас бабку, если уговорю, пройду еще раз. Придешь, да? Почем почтари? Это не почтари, это бакинцы. Табакинцы? Да. Какая цена? Трешка голова. Ну что? Хороший свечи. Вот зеркальные тоже нальчаковцы, бойные. Какая цена им? 1000 рублей голова. Это белесы. Бакинцы. Один вывес 300 шея. Какую цену вот эти? По 1000. А как они летают, бьют вообще? Хорошо летают и бьют. Обалденно. Нижние по 1000. Не забиваются. Не было сильно. Да ты видишь, как очень тяжело. Нет, Ну чуть-чуть раз. Ну кукурузу ест, бля. Нет. Не хочешь? Нет, а кукуруза никак. Нет, давай. А почем такой? Да уже я все уже макнул. Ну, блядь. Сейчас смотри. Это из-под этого, из-под кино. Да, понятно. Что теперь будет? Это баты я только. А нет, это голубь. Не, мне, блядь, это голубь. Мне сам это. А это голубь кто?
Почем карьера? 1000 рублей, 1500 тысяч, 500 рублей, разная цена. По 500 у меня говорит. И он гоняет, пойди посмотри. Одну, как говорится. А желтохвостая какой цена? 500. Потом будешь заказывать. Будешь заказывать. Мне не так вообще. Я опасный человек. Эти когда вы придумали, полетел? Нет. Прошел. Нет, не проходит. А ну что? Да. Даже не раздал. А какую цену такие? Цена же разная. От двух. От двух до пяти. Это армавирские, да? Нет. Или узбекские? Узбек. Это там турмана, а метисы. Да, да. Можно сказать, что узбекские. Которые, конечно, здоровые. Я не вижу. Новую машину поменял. Кого с кем, говорите, порвали? Откуда я знаю? Турманай, да? Ну да, турманах порвали с узбеками. И получились метисы, да? Метисы, как бы, своеобразные тоже. Вот такие метисы. Узбеки порывались с турманами. Это у нас немножко большевато, но такого типа должно быть. А желтый белохвостый какую цену? Сейчас подойдет. Да не голубку. Какую цену такие? Такие по рублю. Ну расскажите, что за порода, в какую цену? Красногрудые, туркменские. Красногрудые, туркменские? Какую цену они? 1500 пар. Он как бы по мясной, к мясному относится. Как вы сказали, называется? Индийский лахор. Ну, вообще по книжному лагор.
он называется, Алахор это так. Мясное направление, да? Да, да. Какая цена такому? Цвет лавандовый, ну, 1000.